Экс-депутат Роман Худяков раскритиковал российского кинорежиссера Андрея Звягинцева, который сбежал из страны. Блогер назвал кинодеятеля предателем. Худяков отметил, что Звягинцев начал раздавать антироссийские интервью за границей. Будучи в России, он снимал чернуху о родной стране, в числе которых фильм «Левиафан». По словам бывшего депутата, кинолента получила иностранные награды за образ страшной России. Режиссер «Левиафана» Звягинцев всегда был врагом России, как и продюсер всех его фильмов, снятых якобы для элиты интеллектуалов. На самом деле, продюсер Александр Роднянский и Звягинцев плодили вонючие кучки якобы о России, написал Худяков в своем телеграм-канале. Блогер отметил, что мифы из фильмов режиссера не подтвердились французскими журналистами, которые специально приезжали в Россию, чтобы найти злачные места Мурманской области. Корреспонденты отмечали, что Кировск не производит впечатления умирающего, а жизнь здесь кипит не меньше, чем в сердце Европы.